папа. Жаль. Жаль. Когда придет комиссия, ну скажешь, не успел отец закончить. Да, фигуру поливаю, а то глина потреснет. Не забудешь? Не забуду. Ну что? Галя, слушайся бабушку. Присядь, Сереж. Галька, садись. Ну, пора. Если что-нибудь будет нужно, звони в академию к Константинову дяде Коле. Деньги ставил бабушке. Пожалуйста, не беспокойся. Я справлюсь сама. Чистые глаза. Берегите друг друга. Прожила, а таких морозов не видела. Да что я тебе, истукан, что ли? Нет. Пальто не снимай, у нас не очень тепло. Ну да, дрова кончились. А у нас много. Хочешь, я папе скажу, он вам завтра пришлет? Нет, спасибо, не надо. У нас все. Что зря болтать-то? Тепло, холодище и дрова последние. Это что? Все? Ничего не все. Ну, давай посылку укладывай. Ну, давай. О, раз. А я бабушку гулять сегодня не пустила. Холодно. Ох, счастливая. Кто? Бабушка? Нет, ты. А. Все можешь. Как взрослая. Завтра пойду за квартиру платить. И дрова сама носишь. Нафиг, возьмите. Ничуть не бывало. Мне приносит. Кто? Аристарх. А кто это? Так, один человек. Познакомь. Ладно, как-нибудь познакомь. Чапаев? Нет, бабушка. Хорошо. Нет, еще плохо. Вот он. Чапаев. Ой, Галька.
мне домой пора. Да ну, подожди, еще рано. Нет, на улицах темно. Папа велел раньше прийти. Ну, я с тобой завтра зайду. Ну, ладно. Ага, замерзла? Нет. До свидания, бабушка. Ишь ты, коза. Смотри, нос береги. Завязывай. Ой. Слушай, Галя, а как же вы без дров жить будете, а? Аристарх принесет. Ну, да. Отстань. Ну и очень хорошо. До свидания. До свидания. Несмотря на сильные морозы и глубокий снег, части Красной Армии продолжают продвижение вперед. Наши передовые отряды с боем заняли станцию Тали, выйдя на линию железной дороги Выборг-Сердобль. Столкновения пехотных частей продолжаются. Статуи не забудь полить. Великолепно схвачено движение. Молодец. А лицо? Не докончено. Странное лицо. Жаль, жаль. Комиссия все-таки соберется. Соберется. Пятого ровно в три. Здесь очень холодно, глина может замерзнуть. У вас дрова есть? Да. Может быть, вам что-нибудь нужно? Нет. До свидания. До свидания. Пятого ровно в три. Thank you.
замерзла. Вот сейчас надену бальное платье, декольте устрою и танцевать пойду. Нет, спасибо, пап, все оставил. Дядь Голь, пожалуйста, не беспокойся. У нас все было, есть и будет. Ты когда приедешь? Скоро? Хорошо. До свидания. В школу пойдешь? А почему бы мне не пойти? Так. Работ по дому много, может, некогда. Что ж, и воду сама на пятый этаж таскать будешь, да? Ничего, я сама не таскаю. А кто ж тебе дрова принес? Аристарх? Ну да, Аристарх. Аристарх. Сам лично, своими руками. Видела? Все сама делает, открывает. Выдумала какого-то Аристарха, вот он ей помогает. А никакого Аристарха нет, безусловно. И дров нет, и вода замерзла. Вот. Ну и дела. Вот чего теперь делать? Знаешь что? Насчет воды я отцу скажу. Он водопроводчик? Нет, инженер. Ага. А я своему о дровах скажу. Безусловно. Идет. Сама, значит, и есть Аристарх. Ага. Нет, а чего неизвестно? Как есть ведьм. Ты куда? Пойду дрова искать. А чего их искать? Ты скажи, Аристарх, он тебе и принесет. Квартира 8. Здесь. А вам кого? Галину Никонову. А? Я дрова привез. Какие дрова? Ну какие, березовые дрова. Да нет. Ну кто же их прислал? Аристарх. Thank you.
Что-то от Сережи давно писем нет. Адресат не найден. Да вы не беспокойтесь. Это часто бывает. До свидания, Грохановичка. Там вкусного много. Мне побольше. Я тут задремала, а этот, как его это? Ну, Аристарх-то не принес. И торт, и дрова. Вот уж этот человек. Галя. Ты бы ему, Галя, табачку отнесла. Кому? Известно кому, Аристарху. Небось, он курящий? Курящий. Вот ты громадный. А с чего это вы разошлись-то? Скажите мне, пожалуйста. А ты что такая скучная? Нет. Я веселая.
Здесь. Вам кого, батюшка? А меня бабушка водопровод чинить. Я самый главный ленинградский водопроводчик. Может, найдется такой? А вас кто же прислал? Аристарх. Ах, Аристарх! Ну, да. Ну, тогда можно. Спасибо. Можно, спасибо. Можно. Ну вот, полный порядок. Хорошо. Маку вот получали заработать. Не надо. Уже уплочено. До свидания. Ну и ладно. До свидания. Аристарх будет водопровод исправил. Аристарх? И денег где взял? Говорит, уплочено. Уплочено? Ну да. Папа! Ужасное дело, отец Гали ранен, вот. Ты что же, чужие письма читаешь? А, я нечаянно. Папа, что же теперь делать? Ну вот что, друзья мои, пока Гали ничего не надо говорить. Мы сходим в госпиталь, узнаем, в каком он состоянии, тогда решим, что делать. Ладно? Ладно. Ну, пошли. Не проболтаешься? Я-то! Спасибо, товарищ. За все спасибо. Главное за Гали. Главное, вы не беспокойтесь. Она у вас? Девица характером. Не пропадет. Да, бабушка. Все-таки хорошо, что вы им ничего не сказали. Ну, конечно. Старуха извелась не совсем. Да и Галь тоже. Уже уходите? Подождите. Что там нового? Мой весь взят. А, черт возьми, не везет мне. Что так? Фигуру не кончил. До Выборга не дошел. Сиди, крышка встань. До свидания. До свидания. Поправляйтесь скорей. Папа, ну что? Как он сказал? Тихо, тихо. Что он сказал? Он сказал, что все хорошо. Ой. Бабушка, ну что ты все вяжешь? Чулок, деточка, чулок. Галя! Галя! Вот! Товарищи, перед тем, как приступить к оценке работы Никонова, я хочу сказать несколько слов. Никонов призван в действующую армию, и поэтому не мог закончить скульптуру. Лицо красноармейца только намечено. Но в общем... Не понимаю. Ничего не понимаю. Я как-то что-то перепутал. Очевидно, здесь какое-то недоразумение.
вижу причин считать работу незаконченной. Немедленно формовать. Ну, поздравляю, скульптура идет на выставку. Ты что ж за отца не радуешься? Посылка обратно пришла. Писем нет. Ах, вот оно что. Позволь, а мы вчера от него письмо получили. Это вы правду говорите? Конечно, правду. Ты не волнуйся, наверное, задержалась на почте. Подожди-ка. Нет, оставил дома. Завтра зайду и принесу. Правду принесете? Ну, конечно. Ох, ты глупенькая. Правду. 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 12 марта 1940 года подписан мирный договор между Советским Союзом и Финляндией. С этого дня безопасность колыбели революции города Ленина обеспечена. Ни упорное сопротивление врага, ни жестокие морозы, ничто не могло сдержать натиска наших войск. Мы встречаем сегодня своих отцов, мужей и братьев. Полно, полно. Мама, а Гага дома? Разве она дома, ты сидит? Хоп, ягода. Она фигурку поливала? Поливала, уж так поливала. Где же мой красноармеец? А увезли. Кто увез? Аристарх. Аристарх? Какой Аристарх? Ну, наш Аристарх. Наш Аристарх. Ну как? Безусловно. Хорошо. Здорово. Как две капли воды твой отец. Галя, кто закончил структуру? Аристарх? Да.